Мне всегда нравилось шить красивую одежду, и в апреле прошлого года я открыла свою студию дизайнерской одежды, которую назвала просто своим именем – дизайн-студия Марина Клипенштейн. Вообще, начало любого дела – это, конечно, всегда сложно, и вначале все приходилось изучать самой. Как открыть ИП, какую систему налогообложения выбрать, нужен ли расчетный счет и многие другие вопросы. Около полугода где-то я разбиралась во всех тонкостях бизнеса сама, а когда узнала, что у нас проходит федеральная программа «Ты предприниматель», то, конечно, сразу на нее зарегистрировалась. И очень рада этому, потому что там я получила ответы на все интересующие меня вопросы и познакомилась с очень интересными людьми. А эксперты, они помогли разобрать мой бизнес-проект буквально по полочкам и помогли навести порядок в бизнес-процессах. И вот уже спустя год после программы я могу с уверенностью сказать, что каждый начинающий бизнесмен просто обязан ее пройти, потому что если бы я получила те знания и опыт в самом начале, то мне было бы гораздо проще. И, возможно, я бы достигла текущих результатов намного быстрее. Поэтому прими участие в программе «Ты предприниматель», реализуй свои мечты, а не чужие.